Приветствую вас на канале Asmodeplay. Мы продолжаем играть игру Collapse. Давайте мы в какой-то лаборатории очнулись. Вот в ней и посидим пока что. Давайте. О, зарядка. Пошла зарядка. Collapse. Господи, какого года выпуска, кстати, я даже не посмотрел. Но я помню, что она древняя игра. Там последний главарь. Самый такой хреновый. Тут, кстати, игра на клавишах есть. Это вот задротов, кто любит на клавишах играть, манипуляции. Там успевать нажимать А, Б, В. Это вот. Ну, естественно, блин, вот в то время она оказалась лучше. Вот сейчас, конечно, что у нас? Dark Souls играл, по-моему, если не ошибаюсь. Вот. Она-то, конечно, превосходит по графике, да, по боям. Но на то время вот эта игра была... Вот эта игра была Dark Souls, так скажем. Так что... Так. И коньячок. Под шашлычок. Вкусно очень. Так. У меня ничего нету. Так. Ну, здесь вроде ничего и нету у меня. Мне надо что-то найти, кого-то найти. Что? Вон туда, наверное, мне надо. Ну-ка, минутку, подождите. Вау. Так, добыть оружие, найти выход из лаборатории. Так, элементы ДК одним из самых ценных элементов. Сиалки. Ну я просто не вижу, блин, с этим разрешением. Меняю разрешение, игра выносит меня. Так, они полностью восстанавливают здоровье, а три особенных элемента ДНК навсегда увеличивают его максимальное значение. Господи, у меня еще и в смысле жизни можно поувеличить. А как их собрать, мне эти все ДНК? Ладно, как бы то ни было. Так, у меня нету ножичка. Где мой ножик? Подождите, давайте-ка я вернусь маленечко. Возможно, я где-то его потерял. Это будет самое страшное. Посмотрите, нигде не видно ножика моего. Так. Нет, ну я не вижу его. Ага, лестница обрушилась. Так бы я и так туда не попал, да? Понятненько. Так, ну вот я понял, что мне сюда надо голову сувать. Только перед тем, как сунуть туда голову, господи, это так, это все может взрываться. Тут что-то искать надо. Ладно. Ну раз там ничего не взорвалось, то что? А, вот так надо было. Хорошо. Ну нихера себе, сказал я себе. Это я, бля, только заглянул еще так, ребят. Подожди. Так, я как понимаю, мне туда не попасть. Но зато, смотрите, вы видели, нет? Вон там это еще одно такое ДНК стоит. Блин, в окружную придется идти. Что эта тварь там натворила, я даже не знаю. Понял.
Ни хрена себе, сказал я себе, а тут рукопашки нету никакой. Да нет, рукопашки нету, так. Не наступаем на эту хрень. Вау! Опа! Да ёшь твою мать-то! На! Так, спонсор нашего показа коньячок, и он пока нам помогает. Да это бог так и дальше будет нам помогать. Так. Вроде нормально. Вроде справился. Так. За спиной оставлять, ага, такую гадину. Че у меня, блин, у меня по патронам там вообще пипец. Да я уже понял, что не то. Да, пошли вон. Ай-яй-яй. Да идите вы нахрен. Вот так. Подождите, они на меня нападут, нет, все-таки ролик идет. Ой. У него, смотрите, череп на затылке. Это своего рода этот... Кто-то, Волан-де-Морт, нахрен. Доморощенный, мать его. Он же мне пока черепаху жрет. Ладно, учую. Блин, ни носа нет, ни... Подожди. Опа. Блин, ну давай, заново начнем. Вот где у нас там сохранялка была? Блин. Пипец. Эти жуки гребаные, я думал, они, блин, останутся там. Такой глюк игры, так скажем. Тот, который лишает сна. Ага. Вот тебе и лишается на. Так, по 3 патрона на эту гадину. Вау! Эй! Так. Это уже лучше. Уже результат. Так, туда нам не надо пока идти. Я хочу увеличить свои жизни.
Давай-ка, давай. Вот так. На. Схавала. Так. Подождите, я сейчас вот патроны возьму. Насколько они мне, блин, там родными станут. Так. Да, блин. Вот так. Жалко, тут сохраняться нельзя. Блин, немного в напряжении держит игра. Еще два жука. Блин. Они хотят просто, чтобы я потратил. Вот так. Ой, я что-то раздавил, жизни появились. Не понял. Ну ладно. Уа! Все, патроны, по крайней мере, патрон. Я, блин, переживал, думал, если я сейчас патрон на этих козлов потрачу. Ну смотрите, блин, главу одну первую это прошел за один видос. Ну как главу вторую это за один видос, я уже не пройду, это факт. Во-первых, мне некогда будет. У меня дочка придет. Но во-вторых, мне кажется, по времени там подольше будет. Еще. Так. Что тут? Ага. А вот так вот он перелазит, короче. Как калич. Так. Взорвать взорвали. Я даже не знаю, надо вот это взрывать или нет. Ладно, оставим патроны пока. Я еще не знаю, как я, тяжко будет с ними или нет. Патроны пока оставляем. Эй! Воу, воу, воу. Так. За жизнями дайте. О, вроде как есть. Блин. Все. Вот так, затихли. Сюда идем. Ага, вот здесь две кочки, три. Эй!
Во-во-во-во-во! Так. Получилось. Выбежал, блин, тварь. Так. Внизу тараканы их что, выращивают, так кормят? Что делать с ними? Что они такие становятся? Так. Так, еще немножечко. Так. Подбил. Вот так. Блин. А я вижу это оружие. Боеприпасы. Все, взял. Блин, блинский. Еще вот эти. Хорошо, что вот эти не живы, что привязаны там. Прибиты или распяты. Как правильно назвать, даже не знаю. Вот они двое. Опа. На, все. Не гонять тебе больше за мной. Фу, взял до максимума. Взял-то до максимума. Так. Все, прибил. Ой-ой-ой-ой-ой. Я ж боюсь он нахрен туда заходить. Учитывая, что там вот опушка лежит. Значит, кто-то большой и огромный должен здесь быть. Похоже на ногу, да? Ну, вроде один-то вроде ничего. Я что-то сомневаюсь в этом. Вот, вот они. Тихо. Тут-то тут по-другому надо было. Ничего не знаю. Пока нормально выходит. Так, 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 так. Ай-яй-яй-яй-яй. Зайдем в другую сторону, посмотрим, откуда вот он вышел. Тоже что-то есть. Вот так, с пистолетом надо было, значит, здесь гонять. Ничего. Блин, 300 патронов на них потратил. Какая досада. Я думаю, это автомат, а здесь нету, да? О, это автомат, это не автомат, это пулемет. От пулемета здесь... Нету, ладно.
блин. Пойду коробочку возьму для пистолета, только не здесь, вот там подальше. Где у меня? Вот есть. Так, одной пока вполне хватит. Все, пойдем, пойдем, пойдем. Не стесняйся. Так. Так. Пока все хорошо идет. Все пока замечательно. Все пока превосходно. Так, это от чего? Ага, кроме жизни ни хрена, да? Господи, тут пистолет вот вообще ковырять можно. Дай боже как. Такс. Так, 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 подожди. Еще, еще. Так. Все. Так. Пошли. Патроны возьму. Куда я без патронов-то нахрен? Это кошмар, кошмар. Так, перезарядить. Ага, все есть. Все есть. До этого нет. Меча нету у меня. Так, минутку. Минутку. Так. Блин, сейчас мне надо пистолет. Вот это мне подойдет, нет? Жизни. Нет. Жизни у меня все. Сейчас вот. Блин, если б не пулемет. Ага, хрен там. У меня пистолет, оказывается, все есть. Ладно. Пойдем. Все, все повыпадывали. Или как-то можно уничтожать, чтобы не выпадывали тела эти. О, блин, вот все исстрелял. Опаньки. Запомните, что здесь есть такая штучка, чтобы жизнь себе пополнить. Ой, сейчас еще будет. Ни хрена себе! Ай-яй-яй! Так. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой! Ай-яй-яй-яй-яй. Блин, у меня 50 патронов всего осталось. Тут поди рассчитывал, что я с пистолетом должен был гасить все это дело. Давай. А вообще разлетелся. Давай. Да. Опаньки.
Регенератор. Такс. Сейчас. Нет, не взять. Это не взять. Никак не взять. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так. Чувствую, у меня с этим-то будет, да, долговато прохождение. Прыгай. Вау. Да. Ух ты, блин. Так. Должен быть способ. Так, должен. Должен быть способ. Это как-то... Вау! Да подожди ты! Тихо. Вот так. Так. Сходим. Подкрепимся. Есть чем? Есть. Так, они меня подбили, блин, хорошо так. Ладно. Ой, как я хочу третью штучку эту, чтобы жизнь себе продлить. Ай-яй-яй-яй-яй, как хочу. Тихо. Вот так. Блин. Сходим сейчас. Патроны подберем. Что-то я ссыкую без патронов-то куда-то лезть. Если у меня меча нет, то нечем обороняться, блин. Это, как говорили, да и есть хорошо. Надо валить этих тараканов, да. Арахниты, членистоногие. Так. Так. Куда, куда? Взял. Аптечка, аптечка. Вот так. Блин. Интересно знать, вот... Ой, да у меня еще и с дробовиком-то, с патронами-то проблематично-то. Я так понимаю. Эти патроны у меня что, только для пистолета? Да, только для пистолета. Какие-то энергопатроны. Ай-яй-яй-яй. А тут нету, нет, нигде так, чтобы взять эту третью-то штуку. Собрать. Никакой рукопашки нет, да? Это плохо.
Так. Еще раз осмотримся. Взяли патроны к дробовику. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так. Да. Вот так. Теперь жук. Я знаю, что ты где-то был там. Эй. А где жук-то? У меня такое чувство, что он там был. Вот он. Скрывается. Бегает. Это ты падла. Ой, он там не один. Так. Есть. Падла. Загасили одного. Раз. Подбили второго. Вот так. Что у нас здесь? Так. Секретная зона даже. Вот так вот. И что у вас здесь секретного-то? Непонятно. Непонятно. Кто здесь, ради чего это все? И как это уничтожается, может? От этого есть толк, ну я здесь ничего такого не вижу. Ой-ой-ой. Так. Все. Да тихо вы. Да пошли вон. Да. С пистолета расхреначил. Ой-ой-ой-ой. О. Так быстрее, да? Так, есть жизни. Точно знаю, были. Вот они.
Так. Так, вот скачками, что ли, мне перебираться? Чтобы быстрее было. Опа. Так, понятненько. Что тут? Давай, пойдем. Еще. Еще. Сюда. Нету. Нету никого. Опа. Опаньки. Да, потушеньки. И вот она. Штучка одна. Там еще есть, правда. Это потом. Мало ли. Куда нас занесет. Так. Все. Смотрим. Так. Да. Вот так. Ой, совсем распоясались. Совсем. Так. Ой, я не хотел туда заходить. Да ё-моё. От мутанта к мутанту, от монстра к монстру. Убил. Я вот сюда хотел пройти. Для начала, а там ничего и нет. Так, с этим мы справились. Какую-то штуку взяли. Еще немножко. Ой-ой-ой. Ну пойдем. Сваливал потихонечку. Шершень. Пистолет шершень. Кошмар, кошмар, какие уроды только плодятся. А вот она, секретная зона там была. Что-то я взять не могу. Ладно. Предположим, что у меня все есть, и я такой вот сытый и довольный. Окей. Так. Вот так. Завалил. Что еще имеется? В дыре, в дыре никого. Я туда не могу, да? Так.
попадем. Кто первый выбежит? Да. Подожди. Вот так. Разрешил проблему. Все? Все. Перепалил всех нахрен. Вау, вау, вау. Давай. Все. Все. У вас уже есть шершень. Вот так. Что тут есть? Да, вот так, вот так. Блин. Получил. А чего тут охраняли вообще первоначально? Не вижу ничего такого выдающегося здесь. Прям ну, от слова совсем. Ой, блин. На трупаке что лежало? А это... Это немножко бессмыслица. Где ты? Да. Ой. Тихо. Вот так вот, девочки. Так, переходим на пистолет. Прыгай. Вот так. Вот так. Все понятненько. Так, где-то наверх надо будет, да, поэтому идти. Опа. Где взять? Ага, вот от дробовичка. Вы думали, в смысле, я тут буду бегать, стрелять и усекаться? Да нет. Пока все нормально идет. Все, меня пока устраивает, ищу штучку желтую для повышения своей жизни. Где-то наверху. Ага, сам слазит со ступени. Вот так вот. Что у нас тут? У вас уже есть обрез. Ничего страшного.
Так. Блин. Да уйди ты нахрен. Да. Вот так. Вот так. Так, жизни подправил. До конца их бы их подправить. Давайте до конца подправлю. Тут вот есть небольшой флакончик. И там внизу еще не забывайте, от дробовика у меня патроны торчат. Так. Понятненько. Да уйди. Так, вот если я туда вниз прыгну. А что там наверху? А я думал, надо наверх, наоборот, лезть. А оказывается, туда не надо, надо вниз. Все правильно, я, значит, иду. Я в упор бахнул, тебе что-то ничего, что ли? Так. Пока вроде все хорошо идет. Все хорошо. Прекрасная маркиза. Вау. Так. Это просто праздник какой-то, как говорил народный артист Этуш. Так. Куда? Опа! Да. Так, это мы все взяли, это мы все прихватили. Подождите, перед тем как туда пойти, давайте осмотрим эту зону. Я не хочу уйти без моего бонуса, если вдруг он здесь есть. Так. Вау.
Ой-ой-ой-ой. Кто там? Да. Так. Вот так. Даже не знаю, ну да, поменяем. На автомат. Я, правда, не знаю, как это еще будет действовать. До них и проверить не на ком. Сейчас будем проверять, значит, каков эффект. Так, так, так. Где-то что-то сработало. Только где и что? Это вопрос. Так, я отсюда пришел, да? Ну, скорее всего, да. Вот здесь на столе я все взял. Туда пошел, там нажал. Что случилось? Что произошло? Что изменилось? Ладно, пойдем дальше. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Дверь закройте! Дверь закройте! Минутку. Все. Так. Я так думаю, что я что-то упускаю. Только что. Так. Мы сюда шли, чтобы поменять одно оружие на другое, правильно? Что изменилось здесь? Ну, здесь нифига не изменилось. Нет. Надо организмы, секция Е. А я здесь был? Нет, наверное, вот сюда мне надо было. Так. Где ты? Покажись. Неплохо. Прыгай. Да. Вот так. Усмирил. Так, минутку, жучара. Есть контакт.
как-то. Башку съел его. И что вы тут творили? Вот так. Опять какие-то опыты. Тайные организации. Да подожди ты. Вот так. Еще. Еще. Вот так. Ой. У меня тут с пистолетами это проблема. Так. Все. Проблему пока устранили. Что я опять взял, так не пойму, карта мне какая-то, что ли? Не знаю, карты я никакой не вижу. Так, меню ресурсов. Арсенал, навыки, оружие, ресурсы. Помогает немного пополнить здоровье. Регенератор помогает пополнить здоровье. Полностью заменяет. Один из самых ценных элементов. Так, они полностью восстанавливают здоровье. А три собранные. Так, навсегда увеличивают ее максимальное значение. Так, зверобой. Что-то я какой-то из них упустил, что ли? Пойдем. Эти данные взял. Куда только их надо применить, пока неизвестно. Такс. Вот так. Да. Блин. Да мне так жизни покоцал. Непорядок. Так, если я вниз прыгну, я смогу залезть? Секретная область. Да. Так. Взяли. Где ты? Да. Есть. Не видно, куда целится. Красное все. Так. Все. Отдергались касатики.
И еще идем. Так. Хоть на монитор крепик, блин, точка. Вот и все. Блин, они измором берут силой, мощью. Что их до хрена. Ладно. Учтем. О, а я здесь был. Я только не стал спускаться, я там спрыгнул, опа, опа. Да. Пойдем, пойдем вперед, нам туда надо. Я по этому человечку понял. Вроде как распят. Родан! Бог ты мой, ты испортил всю систему безопасности. У меня теперь идет целая неделя на восстановление, Родан. Полегче, старик. Ах, Родан, Родан, какой ты получился складный. Вы знакомы? Имеет ли это значение? Моя жизнь уже давно спряталась в этих стенах. Я стал узником этого подземелья. Все здесь привыкло ко мне. Даже твари, кажется, смирились с моим присутствием. А ты? Ты заключенный собственного прошлого, из которого выбраться не так-то просто. Больше пригодились бы знания о том, как выбраться отсюда. $10, Родан. Ни хрена, тебе еще и денежки, старикан. Зачем тебе деньги здесь? Шучу я. Шучу. 5 лет я искал выход из этих лабораторий. А когда нашел, то понял, что идти мне некуда. Хотя, если ты здесь, Родан, возможно, скоро в лабораториях появятся люди. Но знаешь, я предпочел бы тварей тем людям, которые здесь появятся. Здесь, в этом комплексе, погибли все мои друзья. Вся моя жизнь. 5 лет я сам. А это все из-за тебя, Родан. Я ты виноват. Был причиной этого убийства. Ты с ума сошел, старик? Возможно, возможно. Но я знаю, что ты не знаешь, что все, что ты знаешь, стало знанием с помощью фантазии других людей. О! Тяжело как-то где-то произнесся. У меня есть кое-что для тебя, Родан. Все здесь принадлежит одному человеку. Его фамилия Зиновский. И эти лаборатории, и ты, и ключи. Как бы мы ни называли свалку, это всего-навсего тюрьма. И все авторитеты здесь пляшут под дудочку власти. А власть здесь Зиновский. Вот теперь все, как и должно быть. Ну вот. Возьми еще и это. Что это? Это один из ключей, Родан. Это то, что является твоим непридуманным прошлым. Что ты знаешь о моем прошлом? Начинается. Монстр, мутант. Проснулся страж! Как же это так? Он не просыпался уже несколько лет. Я знаю безопасное место. Надо уходить отсюда. Он чувствует наш запах сквозь стены. Так, вы получили энергоудар в вакуум. Энергоудар в вакуум создает сильное
антигравитационное поле, которое отталкивает противников на некоторое расстояние. Энергоудары позволяют выходить из критической ситуации, когда противник окружает. Выбрать вакуум, Shift E. Ни хрена тянуться там. Использовать энергоудар. Выбрать следующий энергоудар. Shift E. Давайте кнопку поменяем. Черт! Родан! Похоже, тебе придется с ним сразиться! Запустить игру. Так, настройки. Управление. Так. Вот так. Ну что ж, я думаю, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока.